Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем взвешивать апельсин. У меня вот такой апельсин, кстати, довольно крупный. Сколько он весит? 290 грамм. Почти 300, представляете? Почти 300 грамм. Также у меня вот есть средненький. Ну, по сравнению с этим вот. Средненький у нас будет весить 228 грамм. Ну, это, наверное, вот стандартные апельсины, которые везде продаются. И есть еще маленький. Собралась такая небольшая коллекция. 177 грамм. Вот. Давайте попробуем 3 апельсина. Так, 2 апельсина у нас. 2 апельсина. Средний где-то у нас 400 грамм. 406. 3 апельсина у нас даже могут весить 696 грамм. И давайте же с вами взвесим, сколько же у нас апельсинов в килограмме. К примеру, вы собрались сделать варенье, и вам надо купить определенное количество апельсинов, как я, например. Кстати, если вы хотите варенье из апельсинов, напишите. Хотим варенье из апельсинов. Я запишу для вас рецепт. Так, 2 уже весит 500 грамм. 696. И 1000. 1008. У меня даже есть еще один. Про запас кило 300 получается. И сейчас мне напишите в комментариях, сколько апельсинов в одном килограмме. У кого будет правильный ответ, попадут в следующий ролик. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.